Всем привет, дорогие друзья! Это рубрика «Куем по жизни». И, как вы знаете, до 23 января в кузне можно получить за один кристалл аж 3 таланта. Я накопил 248 кристаллов. Давайте хотя бы 200 скинем. Давайте по... Не знаю, по... Как-то странно он считает. Давайте по 33, мне очень нравится. Цифра 33. Сразу смотрим, что получили только один рыжий талант. Два рыжика. Ничего из нового сета нет. Повторяю, это рубрика «Куем по жизни». Рыжих вообще нет. Агрессивная позиция. Лажи, конечно. Так, изначальная сноровка. Хитрый жука. Это же опять все старое. Фиол один. Опять же фиол. Так, разрушительная сила и бдительность. Так, это сразу рыжики включу, новые. Хреновая рыжая фигня. Топор, обалдеть. Топоры надо вообще выкинуть уже из дропа совершенно, я думаю. Практичность. Опять грань шансов. Ничего рыжего. Рыжее говно. Еще одно говно. Внутренняя энергия. Призрачное объятие. Обалденный топор фиолетовый. Кукленыш. Ничего рыжего. Шкатулка, медведь и искажение силы. Ну что ж, могу вам сказать. Вот 200 кристаллов потратили. За это получили вот такие вот рыжие таланты. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 18 рыжих талантов за 200 кристаллов. С учетом того, что за один кристалл выдает 3 таланта. Из нового сета, насколько я знаю, ничего тут нету. Может быть, вот это, конечно. Но, по-моему, нет ничего. Или вот это, бдительность. Хрен его знает, по-моему, ничего нету. Куем по жизни, ребят. Спасибо, что смотрели. Всем пока.